Напомним, сегодня проходило заседание в правительстве на тему ликвидации последствий паводков в Казахстане. И прямо сейчас мы поговорим с Маратом Жарбуловым. Он исполняет обязанности руководителя управления жилищного строительства Министерства промышленности и строительства. Приветствуем. Как нас слышно? Марат Мырза, проверим звук. Добрый день. Слышно отлично. Давайте сразу к теме. В каких регионах еще необходима работа по ликвидации последствий паводков? Мы об этом проговорили, но хотим точнее услышать от вас. Ну, на сегодняшний день из пострадавших 10 регионов у нас продолжаются строительные работы в Западно-Казахстанской области. И получается у нас идет в Акмолинской области. Это получается 104 дома. Это в ЗКО у нас 66 домов и 38 у нас в Акмолинской области. Угу. А в целом, как проходит работа по возвращению, то есть по решению проблемы с жильем, квартир, все ли получили ключи, всем ли выдана компенсация пострадавшим? Ну, касательно компенсации, это по линии Минтруда, вот 100 МРП, которое было, 150 МРП, это выделяется со стороны местных исполнительных органов. Касательно строительства жилья, на сегодняшний день, получается, завершено 2576 квартир, домов, и приобретено на рынке 5767 домов. Угу. На сегодняшний день. Вот про дома, там какие-то конкретные типовые дома, про подрядчиков и застройщиков, какая информация? Ну, касательно, были разработаны типовые проекты по согласно климатическим зонам регионов. Эти типовые проекты были направлены, получается, в местные исполнительные органы, затем МИО делали привязку ПСД и садили на определенный земельный участок, и проводилось строительство. Угу. Благодарим за информацию. К этой теме мы вернемся еще в эфире 24КЗ. Я напомню, что с нами на прямой связи был Марат Жарбулов. Он исполняет обязанности руководителя управления жилищного строительства Министерства промышленности и строительства.